Всем привет! Славянский мост, который на ремонте уже около полугода, если я не ошибаюсь. Все лето я наблюдал таблички и объезд, тем самым создавались большие пробки на повороте в сторону лимана. Вот мы видим сквозную дырку в нем. Дело в том, что в сторону лимана ездит большой поток машин летом отдыхать на Голубые озера, в Щурово. Там нет светофора. И в связи с ремонтом моста поток машин увеличился вдвое, так как въезд в Славянск остался с одной стороны. И меня это стало немножко напрягать. В пробке можно стоять и час. И я решил отправиться сюда посмотреть, как тут идет ремонт. Но пока никаких признаков ремонта я не вижу. Вот видим, стоит вполне себе европейская табличка. Проезд запрещен. В начале июня мне местный знакомый говорил, что ремонт еще не начался. Еще он говорил, что было страшновато даже ездить. Он весь такой был мост, живой. И закончилось тем, что машина чуть не провалилась, образовалась сквозная дыра. Вот в таком состоянии тротуар. Дыры такие. Ну хотя бы в них нельзя провалиться вниз. И сам мост тоже. Не за один год дошел до такого состояния. Вот мы видим, плитой закрыта дыра. Плита шевелится. Вот еще одна дыра не закрыта. Девушки с чемоданом ее объехали и пошли. Да, спешу вас порадовать, здесь ремонт уже идет. В начале моста, да, есть суета, есть табличка «Велике будівництво». Слава Богу, ремонт начался. Ремонт идет на небольшом участке, а мост очень большой. Так что ремонт, я думаю, не скоро закончится. Хотел спросить по срокам, но мне сказали, что здесь ходить нельзя. Вот зачем начинать ремонт только тогда, когда уже чуть не провалилась машина? Поправьте меня, если я в чем-то ошибся и не прав. На сегодня все. До новых встреч. Пока.